Привет, друзья! Хочу показать вам свой первый опыт иллюстрации детской книги. Приятного просмотра! Это книга про волшебство и веру в чудо, про добрые дела и приключения, про смелость и дружбу, и, конечно же, про любовь. Это короткие рассказы, погружающие в мир волшебства, а я постаралась изобразить этот мир. Мы с автором книги, психологом Натальей, вложили в нее частичку себя.